Иван. Там вот человек, с которым мы как бы, ну, сюда в плен попали, он тоже с одного города. Ну, Он наизусть не помнит номер телефона мы найдем жены, номер телефона. а моя как супруга знает Ну, его спросите. супругу, чтобы она Ну, вот отправила ее. на вас, чтобы вам Сейчас отправила. мы. Приходько. Приходит Дикуану. Угу. Так, что я себя фоткаю. Отправь голосовое сообщение, что ей будем звонить сейчас. И чтобы она написала номер телефона вот кого-то там. Ну, я звонить буду, допустим, я также и Ну, скажу. чтобы она сейчас написала его номер телефона, а сейчас просто скажи, что будем ей звонить. Уже говорить можно, да? Да. Ириша, солнце, привет, мой самый-самый человек дорогой. Любимая, сейчас я тебе буду звонить. Тут как бы нам такую возможность предоставили, мы в лагере пленных. И отправь, пожалуйста, номер телефона, смс-кой вот на этот номер. Лехи Шакирзяна, Олеськи. Он не помнит его, не запоминает. Давай, моя милая. Нажимаю про. Это Телеграм? Это WhatsApp. Она в Телеграме. Если WhatsApp. бы она не была в... Она. Вон она ответила уже. Спасибо. Это WhatsApp. Значит, у нее WhatsApp есть? Значит, есть. Если бы не было, она бы не написала. Да, готов. Прошу вас говорить громче, потому что я буду кричать, а вы будете тихо говорить. Все понятно. Добрый день. Здравствуйте. Как у вас дела? В целом все хорошо. Что это значит? В том-то, что находимся здесь, как бы отношения позволяют нормально, все, кормят, поспать нормально, помыться можно, в туалет сходить. Понятно. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию данной беседы? Ну да, да, даю. Ну, она будет опубликована у нас на YouTube-канале. Вы будете, наверное, где-то 700-й по счету опубликованный. Ясно. Вы как-то так напряжены сильно, что ли? Нет, ну я не напряжен, просто. А зачем вам это надо? Ну, во-первых, чтобы как бы и родные и близкие увидели, что со мной все в порядке. Угу. А, ну, как сказать-то дальше? Только как есть, так и говорите. Даже не знаю, как что сказать дальше. Не, ну, серьезно. Нас обвиняют в том, что вас заставляют идти с нами беседовать, и вы это делаете под дулами автоматов, недобровольно, и поэтому я задаю эти вопросы, чтобы потом, когда менеджеры Ютуба блокировали видео, я им сказал, вот смотрите, я у человека задаю вопрос. Сколько сейчас в помещении, где мы находимся, людей? В данный Не, момент. не, вот именно в комнате, А, где ну, мы. сейчас двое нас человек. Двое у нас человек. Вы и я. Да, когда вы попали в плен? Я попал в плен вообще 1 апреля. Угу. Сюда приехал 6 апреля. От 6 апреля сколько вы видели вооруженных людей здесь? Ни одного человека. Понятно. Вы добровольно сюда пришли? Да, я добровольно пришел сюда. Как был процесс приглашения вас сюда? Ну, просили, кто собирает, хочет на интервью. Понятно. Я сказал, я хочу. Понятно. Это, ну, происходит вот так вот всегда. От себя могу добавить, что у нас есть очень большая коллекция людей, которые не хотят с нами беседовать. У них есть, с ними записаны отказы. И когда кто-то хочет нам что-то там предъявить или сказать, что это не добровольно, мы показываем отказников, так называемых. Представьтесь, пожалуйста.
Я забыл, надо было вначале. Приходько Иван Владимирович. Дата рождения? Дата рождения 84 год, 8 сентября. Город Саянск Иркутской области. Иркутская область? Иркутская область, город Саянск. Спасибо. У вас украинская фамилия? Ну, да. Можете объяснить? Получается так. Ну, где-то в дальних родственниках, наверное, есть и украинцы. Ну, наверное. Так зачем родственников пришли вы убивать? Ну, мы дойдем до этого. Вы знаете такой термин «социальная защита»? Конкретно я не шибко грамотный такой, чтобы вот эти социальная защита это... Ну, хорошо. Ну, это Игорь, по тебе привет. Есть еще мнение, что вы сейчас социально незащищенный человек, поэтому, опять же, вернемся к теме, мы типа этим пользуемся. Ну как незащищенный? Нормально, ничего никто не, не грубят нам, ничего, нормально. Нормально. Находимся здесь, ждем обмена. Понял, хорошо. Семья у вас есть? Да, есть. Дети? Жена, две дочки. Две дочки, сколько им лет? Дочке одной 16, другой 11, будет 15 апреля сейчас. Угу. 15-го, день рождения будет, да? Да. Кем вы работали? Я работал на заводе в подрядной организации слесарь-монтажник КИПа. КИП это что? КИП это контрольно-измерительные приборы, угу. Ну как монтажники там, это мы. Счетчики, провода, всякое такое, да? Провода, приборы. Понятно. Какое у вас образование? Среднее, специальное. По этой же? Нет, не по этой. А... Вообще, я выучился на помощник машиниста электровоза. Угу. Когда в армию срочку отслужил, пришел с армии, зрение было уже плохое. Вы в армии зрение потеряли? Да, я там ударился, упал с котла, служил на котельной. И падение повлияло на зрение? Да. Головой ударили? Да, видать, сбилось зрение. Стало минус один, а помощника машиниста надо работать единицей, ну, ноль, чтобы 100%. Минус один – это дальняя зоркость или близость? Близко вижу, далеко не вижу. А сейчас у вас какое? Сейчас минус 1,75 где-то. Минус 1,75, и вы видите близко, далеко не видите? Да. На каком расстоянии вы не видите? Я, у меня тоже было плохое зрение, я просто забыл уже. Допустим, вот я на шевроне уже не вижу, что написано вот в 3 метрах, вот в 2 метрах. Что у вас на куртке? Реально. Тут вы не видите, что написано? Вот если в конкретно привет. Там написано «Апостол Дмитро». Ну вот я не прочитал бы, если бы не сказал. Здесь 2 метра расстояние. 2 метра, да. А на расстоянии типа там 50 метров? Ну просто силуэт, если вы только видите все, что-то большое такое. А допустим, буквы я ничего-то там не вижу. Вы же снайпером были, наверное. Нет, я не снайпером был. Ну, у нас просто был снайпер, у которого тоже зрение было такое же. Не знаю. Ну, я серьезно, я говорю, был снайпер, у которого зрение было там. Ну, а очень интересно. Кем вы срочку были на срочке? Я служил в инженерных войсках. Угу. Вообще, профессия по военнику – кочегар пара силовых котлов. Но а как... сейчас, когда вас мобнули, вы обычный, вы мобилизованный? Да. А по мобилизации кем вы стали? По мобилизации в штатку внесли как старший стрелок. Старший стрелок. Стрелок, то, что звание младший сержант. Ага, ну, понятно. Я так понимаю, что если... АКМ у вас был, да? АК? АК-74. АК-74. Я так понимаю, что с учетом специфики вашего зрения, вы вот там, что целится, что не целится, это... Ну, далеко я не... плохо стрелял по мишеням вот так вот. Вы попадали в мишени? Ну попадал, но не так, как некоторые. Вы проходили медицинскую комиссию? По идее, с таким зрением... Нет, не проходили мы медкомиссию. А почему? Не знаю. Никто из мобилизованных не проходил. Напишите в комментариях, можно служить с таким зрением? Минус 1,7, да? Ну. Я бы, ну, у меня тупо нет слов. На 2 метрах там вот такие буквы, человек не может прочитать, что написано. Так, хорошо.
Ну, я рад, что такие нападатели пришли. Ну, если честно. Когда вас мобилизовали? Мобилизовали 29 сентября 2022 года. Это там, в Иркутске? Да. С Иркутска привезли. О, так вы, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Полгода. Март, апрель. Вы уже 7-й месяц пошел. Да, полгода. Ничего себе. Чуть больше. Вы, ну, так уже достаточно много повоевали. Когда вы попали в Украину? Пересекли границу? В Украину мы попали, так, 30 числа мы прилетели в Ростов-на-Дону. С Ростова-на-Дону мы выехали. 30 сентября? Нет, 30 января, скажем так. А до января? Подождите, числа 29-го. Ну, это точно не надо. А до этого момента мы были в Юрге, формировали полк наш. Потом нас перевезли в Новосибирск. Угу. Были в Новосибирске. И с Новосибирска нас уже под канун Нового года. Короче, так перед Новым годом? Перед Новым годом. А, так это декабря тогда, а не января. Ой, декабря, да, 29 декабря привезли, да. А назовите полностью, как ваше подразделение называется, там армия, полк, батальон, бригада. Так, ну, в Юрге нас сформировали полк 1439. Угу. Как именно мотострелковая эта часть, она, как я не знаю, называется, но воинская часть 95-380, как у нас в военниках написано было. Угу. Ну и все, и потом... А бригада какая? А не знаю ничего такого, как бригада. И батальон мотострелки? Мотострелки, да. Угу. Куда вас привезли в Украину? Ой, если изначально мы в какой-то в ангаре в каком-то переночевали, потом в лесополосе Новый год отметили, а потом привезли в Греково Александровку. Наверное, в Коровнике или в ангаре. Типа такого, да. В Коровнике. Ага. И в это же как раз в эту новогоднюю ночь прилетела туда, там, где было 200 убитых. Это не с нами рядом не было такого. Это где-то, я не знаю. Все, значит, это другая, да, это другая история. Угу. Что вы дальше делали? Жили все время в лесопосадке этой? В лесопосадке, ночь переночевали новогоднюю и привезли нас в Греково Александровку. Угу. А в Греково Александровке мы прожили, ну, где-то, может быть, до числа 17 февраля. Тупо в селе? Тупо в селе. А где вы там жили? В домах. Дома как бы эти снимали. Что значит снимали? Ну, договаривались с местными жителями, у кого были дома свободны, и они нам предоставляли дом. Вы платили им? Ну, мы платили как, за свет заплатили там, все такое. Как бы так договаривались. Я такое слышал впервые. Там много все так жили по домам, по частным. Не, я впервые слышу, что кто-то платил за что-то. Ну, так договаривались, чтобы... Вы реально платили? Как сказать-то? Ну, получается, да, там у нас старшие были, как бы, ну, мужики, кто договаривались. Я не помню, то ли 2000, то ли что, там на месяц. Вы скидывались? Или они говорили, что мы заплатили там 2000? Да там, я не знаю, там 2000, в принципе, с 20 человек, это как-то не проблема была. Ну, вы лично скидывались или нет? Ну, давали деньги, как сказать-то, в общую сумму в эту. Угу. Ну что, кушать покупали себе. Если нас смотрят кто-то из, как населенный пункт, Греково-Александрово. Напишите, пожалуйста, в личку куда-то, мне интересно будет с вами пообщаться. Потому что я слышу это впервые, когда кто-то за что-то платил. Но этого я не слышал. Никогда. Это впервые за все там беседы. Да, жили вы там до 17 февраля. Что вы ели? Ну, выдавали нам как бы в эти, ну, наши, как сказать-то, Министерство обороны, скажем так. Нет, давайте правильно говорить. Министерство нападения.
ну, министерство нападения, тогда, скажем так. Или обороны. Ну, наше российское, как, да. как сказать? Министерство так. нападения. Выдавали нам тушенку. Вы не хотите со мной поспорить на эту тему? Да нет, я не хочу спорить. Чего? У нас нужно спорить. Вы должны свою версию отстаивать, а я буду отстаивать свою версию. Почему я ваше министерство называю министерством нападения? Вы правильно называете. Оно официальное название Министерства обороны. Ну. Но... Почему я меняю название на Министерство нападения? Ну, наверное, то, что пришли к вам на землю. Да, это первая причина. Давайте мы чуть-чуть тогда вашу историю поэта. Что сейчас происходит вообще? В Украине? Можете говорить на Украине, тогда будем говорить на России. В Украине, Украине, да. В Украине. Что? Тут война идет. Война идет. Кто ее начал? Я тут в политике в этой, конечно, не с этого, как сказать-то, не силен в этом плане. Конкретно. Я тоже не силен. И я не депутат какой-то, я не разбираюсь в политике. Я оперирую чисто фактами. Не знаю, привезли, сказали, вот. Выдали оружие. Ну, как вообще говорили, что в теробороне будет мобилизованный стоять, конечно, но этого не было. Границу охранять должны были. Да. Понятно, вас всех обманули. Что происходит? Война. Кто эту войну начал? Вы сразу, я политикой не интересуюсь. Я вам сразу могу сказать, что те, кто не интересуется политикой, политика ими заинтересовалась. И в вашем конкретном случае вам повезло, вас не убили. Ну, это, да, повезло точно. Да, поэтому давайте начинать разбираться в политике. У нас беседа может быть хоть 10 часов, пока мы тут не устанем говорить. Я хочу, чтобы вы ушли по окончанию беседы хоть с каким-то пониманием того, что происходит. Или непониманием того, что происходит. Кто начал эту войну? Кого вы здесь защищаете? Давайте поотвечаем на вот эти вот вопросы. Они, по сути, интереснее всего. И момент попадания в плен. Ну, я не знаю, кого я защищал вообще вот здесь. Если честно сказать. Я это понимаю. Давайте искать ответ. Если вы не знали, вы уже посидели в плену. И до сих пор вы еще не понимаете. Надо уже все-таки разобраться. Вы полгода бегаете с автоматом, правильно же? Ну, не полгода. Ну, хорошо. Меньше, конечно. Четыре месяца. Все равно что. Я не знаю, кого мы защищаем. В целях какой вообще? Что такое демилитаризация? Это ваш царь сказал. Что такое демилитаризация и денацификация? Я же таких обозначений слов-то даже не отвечу ничего. Понимаем, да? Ваш царь. Президент, я говорю с маленькой буквы, отправил вас сюда денацифицировать и демилитаризировать. Милитаризация – это вооружение, милитари, ну, понимаете, дословный перевод с английского языка. Демилитаризация – это разоружить украинцев, разоружить нашу армию, это первая цель. И вторая цель – денацифицировать. Это что-то типа захватить, что ли? Этого никто не знает, что он вложил в эти емкие слова. А как разоружить, если... Ну вот вы должны были разоружить наших военных, нашу армию. Это цель вашей СВО, так называемой, специальной военной операции. Даже не знаю, как это сказать, так как разоружить. Никто не разоружится. Прикиньте. И вооружили нас круче, чем у вас оружие. Люди, которые там были в этом селе, говорили вам спасибо за то, что вы пришли их защищать? Да я не знаю, даже как-то сильно с местными жителями
Или не общались так с продавцами? Здравствуйте, здравствуйте, они. Здрасте, здрасте. Ну, кто там поблагодарил вас? За то, что мы туда пришли, вообще в эту деревню? Да. Такого, вот если честно сказать, ни разу не было. Так интересует честная беседа. На моем, вот, именно я вот не скажу такого, честно скажу, чтобы мне кто-то сказал спасибо, что вот вы пришли сюда. Почему так? Не знаю, может быть, не хотят говорить этого, они сами, люди. Не хотят говорить или реально не хотят, не за что вас благодарить? Может быть и... Может быть. И не за что благодарить. Все-таки, давайте отвечать на вопрос. Хотел еще спросить, когда началась война? Ну, вообще события все начались, когда они там, в 14-м году вроде да. как. Что произошло? Какой-то Майдан, что ли, был вот это вот. Что это я уже здесь, я это всему все подуслышал, да? Типа, Украина должна была как Евросоюзу примкнуть или как да. С этот. А кто-то был против этого. Вы и рашики были против. И вы зашли на Донбасс. Ну вот. И Крым потом вы отжали под дулами автоматов. Провели псевдореферендум, которого не было. Вы начали все в 2014 году. Вы это знали? И война у нас с 2014 года идет. Как бы так-то не интересовался сильно я вот этим вот вообще делом. А, видите, пока эта повестка вы не интересовались. Да, вот видите, вы не интересовались политикой, но потом царю вашему, политику главному, вы же за него голосовали? На выборы вообще уже сколько лет подряд не хожу. Ну, это ж, знаете, такой термин, молчаливое согласие. Кажется, там все решено. Нет, это значит, вы поддерживаете все, что происходит. И то, что вы не ходите на выборы, это значит, что вас все устраивает. Вы поддерживаете царя. Не голосование – это не снятие с себя ответственности фразой «там уже все решено». Под таким углом никогда не думали? Так как бы… Нет, не думал так. Сколько у вас президентов было? Сколько царь ваш правит уже? Что-то очень долго уже. Очень долго-то. 23 уже годика. Сильно давно. И конституцию-то под него переписали, чтобы можно было ему дальше. Я смотрю, вам начинает быть интересно. Как-то задумываться начинаете, да? Ваши дети не видели других президентов? Это нехорошо? Нет, не видели. Мои дети не видели, получается. Получается, что царь получается. Сталин был. Путин. Это вот два таких были. Ну. Наверное. А те выборы, там были выборы. Ну, там еще же есть история там, с Горбачевым, но это номинальная штука. Еще история есть с Медведевым, которому он передал там на время. Ну и потом обратно стал. Ну да. А потом поправили конституцию, чтобы можно было обнулить все сроки и дальше сколько хочешь. Модель управления государством, как вам? Что хочет ваш царь от Украины? Не знаю, что они хотят. Что, под себя, что ли, эту Украину всю под себя сделать? Или как? Ну, что да. Хотят? Да. Ну, а как она... Что же, вы знаете она вообще про нашу страну? Можете рассказать все факты, которые состоянием на сейчас вам известны? Вот все, что вы узнали в плену, все, что вы узнали, будучи с автоматом, как оккупант бегали. Вы же оккупант. Ну, получается, так? Вам доказать, что вы оккупант? Да, получается так. Да, вы знаете определение этому, ну,
Можете дать определение термину оккупант? Ну, то есть то, что я с оружием в чужом государстве. Совершенно верно. Ну, просто есть люди, которые пленные со мной беседуют, и они доказывают, что он не оккупант. Ну, вы как фашистская Германия напали, когда началась Вторая мировая война? В 41-м. Нет, это Великая Отечественная. Великая Отечественная. Но... Что произошло в Великую Отечественную войну? Урок истории давно не проводил. Что произошло? Ну... Великая Отечественная война. Великая Отечественная война. Что произошло по факту? Ну, Германия. Фашистская Германия. Напала на. Совершенно верно. На Россию. Ну, ну не то, по-моему. На Советский Союз. Да, на Советский Союз, да. Вероломно еще использовалось слово. Угу. Что такое Вторая мировая война? Вторая мировая война, это, наверное, что? Все государства воевали. Угу. Весь мир. Угу. Ну, от слова мировая, да. Когда она была? Когда она началась? И закончилась? Когда это закончилась Великая Отечественная война? В 45-м. Хорошо. А давайте теперь я сейчас открою вам военную тайну. Вам дали военную тайну какую-то? Ничего нет у меня. Как? Не давали тайну? Вы не расскажете военную тайну? А какая военная тайна у меня? Ну, снайпер, старший стрелок, младший сержант. А. По-любому должны были под роспись выдать военную тайну. Да нет никакой военной тайны. Блин. Мы ничего такого у нас не было такого. Блин, ну. Чересчур какие-то там. Да вот рассказывали, что одному выдали военную тайну, он ее потерял, он пошел вторую получил. Нет, так не да было. Я прикалываюсь. Не было никакой военной тайны. Не было военной тайны. Не. Кроме. Не, есть тайна, никто не знает, что вы здесь делаете. Это ж тайна? Вы мне сами это говорите. Что мы делаем в Украине. В Украине. Да. Но этого, наверное, даже мы сами не знаем. Наверное. Поэтому это и есть тайна. А с учетом того, что вы военный, вот и вам военная тайна. Может быть. Вы воюете, не знаете за что. Да, так вот Вторая мировая война, она началась в каком? В 39-м. Ну, те, как, до 41-го года. Да, во всем мире все, что происходило, это Вторая мировая война, которая началась в 39-м году. Ну, давайте попробуем логически порассуждать. Перед тем, как напасть на Советы, на Советский Союз, угу. Германия должна дойти до границы. Угу. Правильно? Да. Ну, типа, если логикой заниматься. Перед Россией, ну, перед Советами, какая страна есть еще? После Германии. Вот Германия, потом какая-то страна, а потом уже Советский Союз. Там они же позанимали же много же. О, вот это позанимали, это и была война. Польшу они позанимали, Польша, там еще да. Кучу других да, стран позанимали. Да. Не позанимали, а поуничтожали, позахватывали. Угу. А я вам открою военную тайну, что с Польшей Советы воевали тоже. Советский Союз воевал, напал на Польшу точно так же, как и Германия напала на Польшу. Вы знали это? Это в те же года? В 39-м. Прикольно. То есть и немцы их шлепнули, и наши их шлепнули? Да. А когда ваши шлепнули и немцы шлепнули, когда две страны нападают на третью, они кто по отношению друг к другу? Компаньоны, что ли? Компаньоны, союзники. Союзники, да. Вы знали, что с 39 по 41 год Советы финансировали, по сути, Германию через нефть, железо, ткань. Знали? Я вижу, что нет. Ну, нет, не знал. Знал, что там какой-то акт о ненападении был подписан, и все. Угу. И парад у них был совместный. Когда завоевали там что-то. История надо поинтересоваться.
много чего интересного станет. Так вот, да, все правильно вы говорите. В 1941 году фашистская Германия напала на Советский Союз и назвали эту историю Великой Отечественной войной. Хотя это Вторая мировая война. И Вторую мировую войну выиграли как? Знаете? Кто финансировал Советы? Этот, как его, американский, как его? Ленд-лиз от Америки. Ну, там. Танчики. Джипики эти, машинки. Машинки, совершенно верно. Тушеночка шла. Советские солдаты Красной Армии ели американскую тушенку. Танчики делались на станках, которые были в Америке. Прикольно. То же самое, что происходит сейчас. Россия, Рашка, вероломно, 24 февраля в открытую напала на Украину. Вы оккупант, который пришли и занимаете наши села, уничтожаете их. И коалиция из 50 стран, так называемая группа Рамштайна, помогает нам вооружениями, связью. То, что происходит сейчас. Я нажму на паузу. Технический перекур был, да? Да. Перекурили еще раз? Перекурили, да. Спасибо. На чем мы остановились? На том, что вы вероломно ворвались. Открытое полномасштабное вторжение произошло. Ответить на вопрос, для чего это все надо, вы не знаете. Что вам командиры говорили, когда вы поедете назад? Когда мы поедем назад? Да. Когда все должно закончиться? Ну, такого вообще не было сказанного. Когда это все закончится? Ну, должны же солдаты знать, когда все закончится, когда финиш. Да, он, по-моему, финиша этого и не будет. Не, финиш будет по-любому. Ну, какой-то будет. А какой будет? Даже я не скажу, не знаю. Что будет. Ну, будет наша победа, понятное дело. Я в этом уверен. Или нет? Да, ну, как нет? Вы же у себя. Во, это, кстати, прикольно, когда они все говорят, что вы у себя дома, поэтому вы победите. А что вы думаете, что мы победим? Ну, вы на своей земле. Да. На своей земле. За нее стоите. У нас мотивация есть. За да. Что мы воюем? А у вас есть мотивация? Нет никакой мотивации. Честно скажу. Я вас спросил, расскажите, пожалуйста, все, что вы знаете о моей стране. Что я знаю? У меня родители... Так, сейчас скажу. У меня... Кошелечек был, там были адреса написаны. Изюм и еще Брянск, по-моему. Это же Изюм, Украина. Вот. Родители ездили, когда я был маленький. Ну, я у бабушки оставался. Старший брат ездил с ними. Ездили в Изюм. Получается... А, ну правильно, старшая, отец старший, получается, перед отцом сестра есть, она живет в Изюме. Они ездили в Изюм, отдыхали. Рассказывали, как красиво все. Все четко. А после вашего прихода? Ну, сейчас, когда мы пошли. Первый раз нас на позиции повели, я увидел деревню Опытная. Ну, в шоке был, конечно. Как вы освобождаете, да? Что ни одного целого дома нет. А там люди жили? Ни одного вообще нету, ничего. Просто руины. Руины? Жесть. Очень.
детские площадки, все разрушено. Все. Чего вы не отказались воевать? У нас, как сказать там, повестка. Типа она как уголовно наказуемая. Если не пойдешь, типа посадят. Ну а если посадят, а оттуда так же могли, наверное, забрать сюда. Да, вагнеры бы пришли и забрали бы. Отказники у вас были в роте? Кто отказывался идти на позицию и воевать? В батальоне? Ну, были. Что с ними было? Ну, как? На штурмы сами отказывались. Вы отказывались тоже? Да. Ну, расскажите, как это было. Это очень интересно. Ну, просто что? Нас откомандировали из Греко-Александровки в Донецк. Угу. Ну и там как бы на штурмы. А мы какие штурмы? Мы 20 лет я, во-первых, я в армии служил. У меня даже в военнике не было оружия даже записанного. И у меня его не было оружия в армии. Даже присягу принимал без оружия. Почему? Ну, инженерные войска, то есть, как скажем, раньше как стройбат был, да? Ну, стройбат. Вот, я в стройбате служил. Вот. Просто что годен категория там, какая А или какая там стоит категория, что ну, годен военное время типа там или что. И вот отправили и все сюда. Ну, как вам говорят, идите в штурм, а вы типа не пойдете? Нет, мы отказывались. И потом просто ходили на позиции, находились, как сказать, для укрепления, что ли, позиции или что. Там были штурмовики другие. А вы в атаку не бегали? Нет, не бегал ни разу в атаку. Типа вы... Наши не бегали. После того, как отказались, да? Да, мы просто приходили на позиции, находились на позиции в блиндажах. Угу. А тех, кто бегал, много там погибало? Ну, погибали люди, много кто погиб. Сколько человек на ваших глазах вы видели за все время убитых? На моих глазах я ни разу не видел ни одного погибшего человека. Вообще ни одного 200-го не видел? Вообще ни разу не видел. Одного видел 200-го, это и то мы на позицию пришли, так в грязи силуэт человеческий лежал. Я даже не знаю, что это за человек был там. Ничего не убрали? Ну, он так там и лежал. И типа пусть дальше и лежит? Ну, наверное, как так говорить. А вы чего его не эвакуировали? А его... Не знаю я, почему его не эвакуировали. Я его увидел, сам это, так вот, ну, в шоке был. Первый раз увидел мертвого человека. И сколько он там лежал? Я даже не скажу, не знаю. Ну, сколько дней вы его там видели? Ну, на позиции я 5 дней был, он там 5 дней был. И до этого же, наверное, там лежал? Ну, наверное. И вы ушли, и он там остался валяться? Там и был, да. Чего вы его с собой не забрали? Нет. Это же чей-то там родич. Ну, плохой, конечно, оккупант, но все равно надо же тело забрать, унести. Ну, там были специальные люди, которые ходили, выносили 200-х, где там они... Как это у них работает? Сообщали. Далеко он от вас лежал, от ваших позиций? Нет, там на позициях и было. Ну, его, возможно, вытащили. Ну, на позициях и был, типа, в вашем окопе? Ну да. Типа там 10 метров лежал труп? Да. И вы 5 дней около него бродили? Да. Это нормально? Да нет, это не нормально. Я вот говорю, я не знаю, кто это. Да кто бы это ни был, даже кто если бы это был наш какой-то боец, ну, все равно это, ну, это, его надо убрать. Человеческий фактор, конечно. И сколько у вас человек там было? У нас заходило не по многу. Ну. Сейчас я скажу так. 4, 6. Человек 12 у нас было. И 12 человек ходило 5 дней около трупа? Ну да, ходили. Но там, говорю же, с этого, с опытного выдвигались люди специальные. А сколько до опытного? С носилками. От позиций.
Километра 2.5. Так вы бы его сами бы уже отнесли 10 раз. 50 раз. 2 километра. Там стреляли. Стреляют. Выход. Вход. А, своих не бросаем. При условии, если он мертвый лежит, я буду через него переступать, короче. Заберу его патроны, да, ПБК все уже там разграбили. Ну, трупу-то там, не надо, там но не этот уже не было, он уже до этого. Прикольная такая история, я вам скажу. 5 дней сидеть рядом в окопе с трупом и уйти потом в опытно и не забрать его. Чего вы уходили, не забрали? Ну, я говорю, там люди других занимались. Люди ходили, другие занимались. Специально ходили. Расскажите, как вы попали в плен? Последний день, когда это было в составе оккупационных войск? Вот с утра там и до момента. Ну, на позицию мы пошли 31 марта. Угу. Правильно, да. 31 марта мы вечером заехали в Опытное. С Опытного мы выдвинулись где-то в часа в 2 ночи на позицию. Угу. Не доходя до позиции метров, может, 20-30, начал работать, ну, пулемет несколько. Нас шло 8 человек группа на позицию зайти. Начали работать пулеметы и, ну, гранатомет. Мы залегли, лежали. Сколько человек у вас? 8 человек у нас было. Потом старший группы крикнул: двигаемся по двое, бегом. Вот мы первые вдвоем побежали, запрыгнули в окоп. Я в первый блиндаж сразу же, там штурмовики какие-то были там. Там на позиции уже, там были люди на позиции, которые на штурмы ходили. Угу. Да, вот я туда. Это все обстрелы, это все РПГ. Потом, ну так вот, ребята заходили, заходили. Одного ранило у нас через руку в грудь. Ну, то есть 300 он стал. Его там перевязали мужики, ну, в другом блиндаже. И это. И вот мы поменяли 8 человек. Только вот я не помню, какая рота, 8-я рота, что ли, или как. Ну, факт в том, что они выходили и забрали вот, кто с нами был в группе этого 300-го. Угу. Вышли, увели, потом начало светать, начался такой плотный, как бы, артобстрел, скажем так, птички кидали, все, вот, ну, по нашим блиндажам работать начали, глушануло конкретно там, и буквально там, ну, вот эти вот взрывы, вот эти вот, все вот это. В шоке все. Нас трое было в блиндаже. Остальные в других там были местах. И это. И потом вот уже вооруженные силы Украины сказали: выходим, сдаемся. Вы сидели в блиндаже? Сколько, да, у вас человек было? Трое. Трое. Я и два ДНРовских, угу, мужика. И тут обстрел прекратился, и вам говорят: выходите. Да, ну, стрелковая, стрелкотня еще была туда. Угу. Поэтому блиндажу хорошая, плотная прям, конкретно. Это, говорю, это первый раз я вот это вот все увидел, услышал, да. Ну и вы вышли. Да, и мы вышли вот втроем. С окопа вылезли, легли в поле. Ну, тут вот как... Позиция с лесополки, поле. Угу. В поле легли, лежали. Там дальше что-то происходило, стрелкотня какая-то, бой. Видать, может, штурмовики, что-то там делалось. Понятно. И... Кто вас в плен взял? Вооруженные силы Украины. Ну, обычные солдаты. Обычные солдаты. Что о нем рассказывали? Они такие же мобилизованные были? Я не знаю за мобилизованных, но просто подготовленные ребята, я как обратил внимание на них. Ну, спецназ какой-то или... Ну, какие-то такие нормальные
Ну, не как я, мобик, я так не смог бы действовать, как они. А, то есть они... Они слажены, все хорошо. Слаженная группа была? Да. Угу. Их, то есть, тоже, видать, и прикрывала артиллерия, что они пока нас там, чтоб к ним с нашей стороны, может, кто-то... И все трое в плену и в плены попали, да? Или больше вас? Нас попало... Вот мы втроем вышли, и еще один парень вышел с Красноярска, тоже с этой позиции, тоже вышел, лег. А до нас, там, как вот, вот позиция там, вот каньон была, и следующие мы, вот первых их взяли, троих, вот которого одного парня с моего города. Угу. И с Красноярска, и одного ДНРовского мужика. Их взяли первых. Как это я потом понял. Потом нас взяли. Потому что когда нас привезли на место, ну, в гараж там, для дальнейшего транспортировки, скажем так, нас. Мы зашли в гараж, я увидел вот это, ну, ребята. Короче, наши, я так понимаю, соседи. Что наши вышли чисто на охоту пособирать пленных. Ну, возможно. С вами видео записывали, что вы для обменного фонда Дмитрия Владимира? Или вы не помните? Ну, записывали там в первый же, в этот же день вечером. Как он говорит, привет Дмитрию. А, ну, да. Наши подписчики заплатили за вашу жизнь. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам от пленного, чтобы не убивали вас. Большое. Что ваша жена хотела, чтобы шли воевать? Да, она нет, она не хотела. Что она говорила? У меня должен был быть отпуск вообще. И она говорила, ты в отпуск придешь, я тебя, говорит, больше не выпущу из дома. Чтобы сюда не ходили. Когда вы с ней разговаривали последний раз? 2 апреля. 2 апреля? Что она вам говорила? Ну, я позвонил, я говорю, Ира, привет. Там, так и так, говорю, я в плену. Она говорит, мы уже знаем. Только вот они узнали, может быть, от того, то, что... От нас видео, первое... на нас все подписаны. Да, там, видать, по группам или где везде разошлось оно. И это все... Туда ушла. Вот она. Добрый день. Добрый. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины. Ваш муж в плену, как вы уже поняли. Как у вас дела? Ну, пойдет нормально. Это хорошо. Если вы хотите с ним побеседовать, вы должны дать согласие что, на то, что разговор будет записан и опубликован. А где опубликован? В интернетах американских, в Ютубе. На нашем Ютуб-канале. Да. Вы даете согласие? Я даже не знаю, что на это ответить. Я же тоже не знаю. Мне нужно задать этот вопрос. И в зависимости от вашего ответа, вы будете с ним говорить или нет. Это правило Ютуба. Все, кто есть в кадре, на записи, должны дать согласие. Если вы скажете нет, то то, что мы сейчас с вами говорим, оно будет вырезано и все. И вас никто не увидит. Если вы скажете да, вы будете разговаривать со своим мужем. Это правило платформы. Сделано для того, чтобы вы потом не могли пожаловаться на нас и сказать, что я не знала, что меня записывают. Я даже не знаю. Ну давайте вы подумаете секунд 10, потому что время идет. Хорошо. Соглашайся. Давайте мне перезвоните. Да соглашайся, Ира. Давайте я вам перезвоню. Дайте мне хотя бы, я просто спрошу, я не знаю, что мне делать. Да можно, я тебе скажу. Ириша, да можно кого-то, пускай тебя видят, ну, хоть ладно. Кто, чего ты? Хорошо. Что вас застесняло? Мне вот аж интересно стало. Она
Не понимаю. Я не люблю, когда на меня просто смотрят. Я тоже не люблю, когда ваш муж пришел и убивал наших людей. Он не убивал ваших людей. Зачем он пришел сюда с автоматом? Он не пришел, его туда отправили. Офигеть, ну и что дальше? Автомат ему выдали просто как сувенир какой-то? Ну он не под своей же волей туда пошел, правильно? Я понимаю, что вы рабы и царь вас сюда прислал. Ну вы говорите, я не люблю, когда на меня смотрят. Я поговорю уже с 700 такими. Хорошо, давайте меня, Ивана. Да вы так не указывайте, Ивана. Давайте там. Алло, Ира, привет. Привет, мой хороший. Привет, моя. Все хорошо, как бы, это. Слушай, угу. Вот ты номер этот увидела, да, ты знаешь, да? Угу. Как бы угу. Звонить сюда просто так не надо. Если что-то, смс голосовое пришло, допустим, от меня, ответила на него, и все. Все, я как... То есть могу отключать мне это? Да, если в тебе пришла смс, ты ответила, и все. Так все хорошо, Ириш, ждем вот обмена. Вот вчера был обмен, там по телевизору, может, видела даже. Я видела. Да. Это ребята даже, которые здесь были, там есть. Угу. Да. Ты моя ничего не предпринимай. Слышишь? Хорошо, хорошо, я тебя услышала. Что я тебя просил до этого, ничего не делай, хорошо? Просто вот на телефоне и не звони. Хорошо. Просто этот такой человек здесь, он хороший человек. Хорошо. Это вот... Да, да. Все хорошо, не переживает уже. Все хорошо. Самое главное, чтобы у тебя все было хорошо. Ну. Маме позвони. Можно, да? Позвонишь, скажешь, что все хорошо, все нормально. Угу. Да? Хорошо. Ну. Все нормально, ждем обмена, Ириш. Скучилась я по тебе. Ладно, я тоже соскучился. Дочке привет. Насте, Ксюша. Всем привет передавай. Хорошо. Ладно, давай, солнышко. Люблю, целую. Целую тебя тоже люблю. Давай, все, пока. Спасибо. Спасибо огромное. Да пожалуйста, ну мне реально интересно попробовать понять, почему вы не хотели, ну, есть такие, кто отказываются. Я реально ожидал, что вы скажете нет, и это было бы прикольно. Такие тоже есть. Он уже 700, и мы уже видели все, что угодно. И ФСБ мне звонило, и там все уже звонили. А, можно еще вопрос скажу? Ириша! Слушай, в военкомат вы ничего не ходили никуда? Ну, надо... Слушай, военкомата таковываете, говорите, чтобы они делали запросы на меня, что я в плену, там Но. Все. Чтобы... Расскажите, что им надо делать. Чтобы меня на обмен, как бы, вот этот список весь подавали. Прям пофиг, драконьте его каждый день, этого Иваныча этого. Как он там, Иваныч, по-моему, наш военком или чё ли? А им там, ну я поняла, Ваня, все тебя поняла, услышала. Прям вообще конкретно. Прям вот надо это, вот если так будет, то это будет очень хорошо. Понятно, Ванька, поняла. Да. В прокуратуру, в часть и в военкомат вы должны звонить и ходить каждый день. Слышишь, что говорит Дмитрий? Да, в прокуратуру, в часть, везде, хоть куда звони, говори, что мой муж в плену. Да? Да. Это... А я думала, мне наоборот нельзя это делать. Нет, можно все. Нужно это делать. Нужно делать. Это нужно делать. Иван. Ему статус все. Должны поменять. Мне руки развязали, хорошо. Все. Хорошо. Все, Ванька, вообще. Ну. Это вот спасибо Дмитрию, от которого человек, журналист. Угу. Понятно. Ну, понятно. Ну. Thank you.
Вы должны добиться, чтобы он получил статус военнопленного. Без этого статуса ничего не будет, его никто не обменяет. Статус военнопленного ему поменяют в части. Вы должны взять видео, которое выйдет у нас на канале с ним, потому что он числится по-любому как 500-й. Его не будут долго и нудно признавать, что он военнопленный. Вы возьмете видео, которое мы выложим на YouTube-канале Владимир Золкин, и прийти туда в часть, показать, что вот он живой, вот он мне звонил, потому что то, что вы будете ему говорить, что он мне звонил, они скажут, вам показалось. Что у вас там люди говорят? Кому эта война нужна? Не вот именно, что никому она и не нужна. Никому не нужна, но что-то они все идут и идут. Их всех убивают, убивают. Это у нас политики, видимо, как бы решают это все, как бы не мы. Ну вы же этих политиков-то выбирали-то? Не, ну конечно, конечно, ну конечно. Мы просто, мы же все как бы люди, у нас у всех есть дети. Как бы, ну... Мы все люди, это вы и про нас тоже? Ну мы вообще, по-моему, вообще тут, я так понимаю, у нас фамилии у всех тут, у кого-то там на Ова, у кого-то на О. Да, только не мы к вам пришли убивать и уничтожать города. Разницу чувствуете? И пацаны туда не пошли специально, их туда мобилизовали. Ну так почему они не отказались, ваши пацаны? Как они могут отказаться? Ну так вот до тех пор, пока вы будете рабами своего царя, у вас ничего не поменяется. Они будут идти умирать. Что, Господи, я апостол. Я, кстати, если вы хотите обратиться к Господи, то это ко мне. Что еще раз? Я говорю, если все такие вот сейчас будем, вот идти на ихнем поводу, так оно и будет дальше продолжаться. Раньше как-то же жили все, как-то же, ну, мирно, все было хорошо. Да, и потом вашему царю захотелось присоединить еще Украину. Ну, не моему же Ивану царю это захотелось идти. Правильно, вашему старому деду царю, который... Мы жили как-то дома тут и живем, как-то нам вот это вот не надо, это все это было. Так а что вы сделали, чтобы вот это все не начиналось? А я почему? А я должна что-то было сделать? Вот у вас... Вот... Вы понимаете, в чем суть? Я понимаю. Я понимаю. Поругались, а там они между собой там что-то делают. А да никто ни с кем не ругался. Украина — это независимое государство? Конечно. Я не знаю. То есть вы не знаете? Независимое, конечно. То есть как... Я сейчас вообще уже ничего не знаю. Я сейчас глупая настолько, у меня мозгов нет. Подождите, давайте. Я понимаю, что мозгов нет, ну... Простой вопрос. Украина — это независимое государство? Я не по географии 3. Я не знаю. Да, ты что? Какое население Украины, вы знаете вообще? Нет. А как вы думаете, вот так на глаз просто? Ну, даже сказать не могу. Ну, так вот любое число. Я даже правда не знаю. Какое население вашей Рашки? У меня сейчас в голове туман, и я сейчас даже не знаю, что ответить. У вас в голове не туман, а дым от вейпа. Курить вредно для здоровья, это я ко всем обращаюсь. Спасибо. За мое здоровье. Ну, мне, по сути, с вами говорить тоже не о чем, если вы не знаете население своей страны, население нашей страны, на которую напали. То, что у вас... Да никто на вас не нападал. Мы-то на вас точно не нападали. Расскажите ей страшную тайну. Расскажите ей страшную тайну, пожалуйста. Вот давайте уже Ириш, так. Ириш, смотри, как получается. Получается, Украина. Украина — это независимая страна. Она была, Украина, отдельная страна. Как и Россия отдельная. Как и Америка отдельная, Соединенные Штаты. Как и всякие Белоруссии, Китай, все. Она отдельная была. И тут-то Владимиру Владимировичу Путину что-то показалось, здесь надо взять. А здесь... мне не нужна ихняя земля. Вот, это я понимаю, тебе не нужна. А по сути, как получается, просто, это Ванька, вас подставили, реально, просто подставили от всех, конкретно. От всех зависит от нас. Вот если все скажут, да мы не пойдем,
И все. Вас просто вот подвели под монастырь, называется, и все. Ой. Ничего сейчас не добьешься ни от кого вообще никогда. Ладно. Ириш, ты, главное, военкоматы в души вот этих вот всех. Да. Хорошо, Ванька. Все, я услышала. Давай. Все, да. До свидания. До свидания, Ириш. Как это у вас так работает? Как вы думаете, вашему царю удобно иметь таких граждан? Мне кажется, что да. Так вот. Туда. Да. Все пошли. Вы совершенно правы. А то, что там у этих... Население Украины, вы знаете хоть какое? На кого вы напали? Наверное, миллиарды есть людей. Какой миллиард? Вы что? Население всего земного шара сколько? Земли нашей? Ну, планеты? Нет, подождите. Давайте... Миллионник. Если город Донецк был миллионником, угу. Ну, значит, может где-то, там, может, 1,5 миллиона, может где-то. Нет? Меньше? Ну, конечно, меньше. 500 нет. Миллионов, вы себе представляете? 500 миллионов. Хорошо, нет, давайте нет. По-другому. Население Рашки сколько? Вашей родной родины, вы что, должны знать. Вот история. Вот это вы, ваша херня вся, Рашка. Вот это Украина. Видите, ну, маленькая такая? Ну, вижу. Да, что там написано? Можно матюкаться. Там пизда. Да. Да. Вот это вся херня здоровая. Это вы. Вот это мы, маленькие. Видите, по размеру. Во сколько раз эта херня больше? Да в десятки. В десятки, правильно. В десятки. По-моему, в 23 раза или в 33 раза. Не помню, надо возобновить. Что у вас, сколько населения вот в этой херне? Миллиарды. Да какие миллиарды? 140 миллионов всего. 140 миллионов? Да. Ага. Конкретно это. Миллиарды только у Китая, у Индии. Да. Вот эта вся херня с населением 140 миллионов. На протяжении уже 13 месяцев ничего не может сделать вот этой вот маленькой стране. Независимой. Возникает резонный вопрос. Почему? Что у этой здоровой херни пошло не так? Что вы не можете навалить вот этим вот чувакам? Что? Написано? Поддерживают. И написано, и поддержка хорошая. Да. У Украины. Да. Как вы думаете, почему такая поддержка? Потому что есть цивилизованный мир, который собрался и сказал, что ни хрена не будет так. Есть стандарты, есть не стандарты, а правила жизни там, в 22 веке, в 21 веке. Есть установленные границы. И цивилизованный мир порешил, что не будем разрешать вот этой большой херне заниматься беспределом над маленькими государствами. Как бы да. Как бы да. Так и есть. Так и есть. Прикольная карта, да? Okay. Хоть столько всего интересного узнали, что у вас 140 миллионов человек, а у нас 40. Но при этом у нас еще много выехало, потому что война. Сейчас, наверное, там 30, меньше 30. И мы вас душим по всем фронтам, как вы это сами знаете. Угу. Как-то так. Есть что еще интересного рассказать? Давайте я вам отвечу на 3 любых ваших вопроса. Сегодня у меня акция. Да ну что? А да ну любых 3 вопроса, мне это интересно. 3 вопроса любых. На любую тему. Да, ну, я апостол, я реально знаю ответы на всю. Я скажу сразу,
Алло, Бог, сейчас мне подсказку. Да я даже что спрошу. Что, нечего спросить? Не мастер диалогов таких, знаешь. И я не мастер диалогов. Что, реально ничего не охота узнать? Есть один вопрос такой, когда обмен будет. Когда обмен будет, это не ко мне. Ну вот я. Так как бы. Когда? А так, что я скажу, еще спрошу. Я же не знаю, мало ли. По традиции у нас военнопленные обращаются к своим согражданам, соплеменникам, если хотят. Что-то говорят им. Надо сюда идти, не надо сюда идти. Есть у вас друзья? Остались там? Дома-то? Да. Ну, конечно. Да, передавайте им привет, говорите, что с собой брать. Пусть идут к вам сюда в плен. Хоть будет о чем поговорить. Здорово, парни, кого знаю, кого не знаю. Не знаю, если у вас желание такое сюда идти, то, что я здесь увидел, у меня вообще нету желания сюда. Здесь я быть и сюда еще раз, допустим, скажут идти, я не пойду. Вообще никак. Этими делами должны как-то другие, наверное, заниматься и вообще сюда не лезть, наверное. Как-то мирно все решаться должно. А не бошки свои ложить. Короче, парни, кого знаю, не ходите сюда. Так я вам скажу. Правильно. А другие это вы кого имели в виду? Ну, кого? Типа военные какие-то? Настоящие? Кадровые? Кто должен решать вопросы? Ну, вы говорите... А, кого я знаю, кого я не знаю? Не, вы говорите, сюда другие должны ходить. Другие... Нет, другие ходить, в смысле того, что другие по-другому как-то должны вопросы решаться. Вот в этом вот плане я имею в виду. Из Иркутска? Из Иркутска. Будет скоро Иркутская Народная Республика. Наши военные и спецслужбы уже занимаются этим. Война закончится развалом вашей вот этой вот здоровой херни. Сильно она большая и сильно неудобная многим странам. И дед ваш, царь, сошел с ума, решил поиграть в геополитику. Но другие авторитетные дядьки порешили, что не будет так, как он хочет. Вначале совок поломался, развалился. А сейчас и рашка развалится. Прикольно будет? Прикольно. Да. В гости позовете? Да. Приезжайте. Будет, когда Иркутская... У меня вообще прикольно. Я могу по всей рашке ездить, короче. И везде будет по-любому хоть какой-то пленный, которому я дал позвонить, и он мне не сможет отказать, кофе поставит. Кофе поставишь? Да. Все, вопросов нет. Спасибо. Как у вас так работает в этой? Люди ничем не интересуются, ничего не знают. Сейчас я сниму. Как работает? Мы вот с женой, ну, я вот если честно даже, ну, спрашиваете, да, население, я элементарно даже не могу сказать вот этот вопрос, сколько у нас населения России. Как-то я не интересовался, что... Прикиньте, а мы, ну, я уверен, что... В таком маленьком, 40 тысяч населения, зеленый город, в лесу находится. Живем, доживем себе, потихонечку. Как-то вот так. Ну, политикой не интересовались, а как я говорил, политика за тобой заинтересовалась. Да. Кто победит? Кто победил? Победит. Ты как тот, кто увидел. Ну, ну, точно, я вам скажу, что за нас маловероятно это все. Что-то решится. Ничего не решат. Только больше жизней погибнет. Что такое ничего не решат?
Ну, будут вот так вот сейчас отправлять и отправлять людей на верную смерть. А еще молодые совсем парни есть, по 20 лет. Я как бы себя старым не считаю. Мне еще и внука охота видеть. Дочка уже подрастает. Ну, жил же раньше народ, русские, украинцы. Все вот так вот, все вместе же. Все, не. Все же было. Мы не хотели так жить. С вами никогда. Совсем, при совсем давно, когда. Когда? Тут Великая Отечественная война, когда же была. Все же как-то. Когда Голодомор был? И сколько их было? Ну, там, вот даже по военным фильмам, там Украинский фронт, там. Да. Там, вот это все же. Сколько Голодоморов пережила Украина? И ни одного Иркутская область. А у нас люди. Сотнями тысяч умирали. Вы думаете, это кто-то забыл? Да нет, конечно. Сколько наших было отправлено туда? В ссылку? Как мой отец, да, наверное. Ну, думаете, это кто-то забыл? Иван. Кровожадного Сталина? Зэка. Он же зэк был, знаете, да? Вор, вроде как. Как-то так. Есть там еще желающие? Да, да. Вот человек, который... Алексей.